Приехали на выезд. Взрывка у нас. На замену ступичного подшипника. Легко у нас не бывает. Запустили генератор. Сейчас будем пилехать. Малеха пилехать. Не выходит у нас. Так, барабан мы демонтировали. Такая у нас здесь ситуация. Обоина, это сальник. Не, вот это что? Сейчас посмотрим. Вытряхивали мы обойму. Сейчас спиливаем обойму внутреннюю. Так, что мы имеем? Спилим мы одну сторону. Она у нас вот так вот приварена. Прямо к посадке подшипника. Только восстанавливай. Уже сделали три еще надпила на половинке. Вообще выходить не хочется. Слово совсем. Так, демонтировали мы вот такую тему опорную под подшипник. Видно, что она уже была сломана давненько. Ну, мы ее доломали, конечно же. Но, скорее всего, вот эти вот куски разлетелись по подшипнику. Съездили мы за бензином. Обрабатываем дальше. Пока нас не было, водитель почистил тут немного. Молодец. Так, видно, что она подъета вот в этом месте. Но, в принципе, здесь она отыграется за счет того, что она прилипла здесь. Натянула ее. Обслужили мы здесь барабанчик, почистили. Сейчас поставим обойму. Так, переколотили мы обоймы. Так, ну обработали мы ему место посадочное. Более-менее вывели. Кабину, по сути, лучше бы наплавлять и точить, но да ладно. Так, внутренний подшипник. Подшипник заходит. Ну и гаечка накручивается. Сейчас все это соберем. Так, набили мы смазочки. Ну и тряпичных не было. Так, все подзатянули, все поставили. Сейчас крышку установим. Все, собрали. Все установили. Сейчас поедет домой. До свидания.